Обновленный пищеблок открыли в Южно-Сахалинском детском саду «Чебурашка». Старое помещение капитально отремонтировали и установили современное оборудование. Гостей в детском саду «Чебурашка» встречают караваем, который выпекли на новом оборудовании. Затем, гремя кастрюлями и ложками, юные поварята отправились на кухню, а по пути успели приготовить необычное блюдо. Открытие нового пищеблока в детском саду «Чебурашка» – долгожданное событие. Департамент образования Южно-Сахалинска помог сделать в помещении ремонт и установить вытяжку, а необходимое современное оборудование – плиту, тестомес, овощерезку, мясорубку и другую технику – закупила и передала детскому саду компания «Газпром Трансгаз Томск». Стало намного легче, намного как-то вот приятнее даже на работу приходить. Поэтому новая печка, вот это новое оборудование. Упростилось, конечно, все. Раньше было намного тяжелее. Компания «Газпром Трансгаз Томск» уже много лет реализует программу модернизации столовых, детских и школьных образовательных учреждений. С 2008 года новым технологическим оборудованием оснастили 73 школы и детских сада Западной, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Сумма выделенных средств превысила 34 миллиона рублей. Наш филиал в этом году отмечает 10 лет. И детский садик «Чебурашка» стал 10-м дошкольным учреждением, в котором благодаря этой программе переоборудовано полностью столовое оборудование. Плотное взаимодействие с образовательными учреждениями области компания ведет не только в плане технического переоснащения. Специалисты навещают детей по праздникам, проводят различные мероприятия и принимают участие в субботниках. «Газпром», получается, он несет не только тепло в наши дома в виде газа, тепла, они несут еще и душевное тепло в виде спонсорской помощи, потому что благодаря им мы помогаем детским садам в модернизации пищеблоков, а это в конечном итоге здоровье наших подрастающих детишек. В Сахалинской области «Газпром» в рамках Восточной газовой программы осуществил строительство и теперь обеспечивает надежную эксплуатацию первой на востоке России межрегиональной газотранспортной системы «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Она предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморских краев. Елена Сырещикова, Юлия Кривошейна, Евгений Чащев. Вести Сахалин, Курилы.